Ще російські попи знову видають нові перли. Вони знову починають розповідати і знову ж таки, що робити? Закликати людей на війну. Вони починають казати, що давайте, давайте. Це протоїерей їхній заявив, що краще померти зі зброєю в руках, ніж захлинутися блювотинням, натякаючи на російський хронічний алкоголізм, але не обмежився тільки цим прикладом, можемо почути. Что воинская смерть лучше всех смертей. Это лучшая смерть из смертей. Люди умирают, как свиньи, захлебываются блевотиной, скажу я вам. Еле-еле пили-пили, перепили, под столы попадали, как бы, знаешь, обрыгались, как бы и блевотиной захлебнулись. Вот тебе и смерть. А потом малолетки-зацеперы там поехали там зацепиться за электричку, там покататься, его током шваркнуло 3000 вольт, как бы, и он обугленный на рельсы упал. Таких дурацких смертей, во! Так лучше с оружием в руках умереть за родину, как герой, как мужчина. Еще помолиться перед смертью, сказать: «Господи, помилуй», и пошел в рай.